говорят, перестройся. В зеркало смотрим. Никого? Никого. Правый ряд, перестройся. Включай поворотник. Главное, когда перестраиваешься, смотри, вот бровка между двумя полосами, видишь? Она скользкая, чтобы без резких движений по ней, не газуя, не тормозя, получается просто рулем плавненько, раз и все. Давай, опережай вот эту машину. Опережай. Это вперед, еще газу дай пока, не надо выключить. Нет, ну поворотник включи, но не дергайся. Газу дай, а то нам сейчас по шее дадут. Вот. Ты главное с ускорением, ты едешь 40 километров, и он едет 40 километров, и ты хочешь перестроиться, ну уже ускорься, а то он нас догонит и по ушам надает. Опережай автобус. Выключи поворотник и смотри, почему мы останавливаемся. Ваша красный горит, да, от этой идеи мы отошли. Перед светофорами мы, соответственно, не будем подрезать ни автобусы, ни машины, потому что разнесут на весь зад. Как правило, мы раз такие заскочили и остановились резко по тормозам. Что бывает? Автобус не успеет остановиться, он-то весит несколько тонн. Поехал. Влево-право посмотри, может, запоздалые пешеходы бегут. Нет, Микрал? Ну тогда поехали. Разгоняй автомобиль. Разгоняй. Сейчас грузовик будем обходить. Разгоняй, не бойся. Дорога чистая. В правый ряд уходи. Зеркало смотри. Никого? Ушли. Вот, только резко рулем не дергай. Там не разгоняйся, красный горит. Даже уже загорелся зеленый, но все машины там стояли. Соответственно, они пока поедут, это будет эффект поезда. Первый вагон тронулся, последний еще стоит. Поэтому мы немножко притормаживаем. В левый ряд перестраивайся. Если полос не видно, можно хоть где перестраиваться. Никого? Никого. Все, ну примерно так.